Здравствуйте, с вами Флаттершеп 13, и мы. Продолжаем играть в Geometry Dash. Проходить уровни, ну, Суперсоника пока что. Пауза, ну-ка, я уже устал от него. Проходить Гаунтлинт. Следующий, это Ледовитый Гаунтлинт. И первый уровень называется Exit. То есть кислота Factory, фабрика кислоты. Exit Factory. Скачиваем музыку и, конечно же, вперед. Попробуем пройти как можно быстрее. Так, извиняюсь, сейчас сдохну, да? Не сдох. Окей. Так, вроде ничего сложного пока нету. Так. Прыг. Если такая скорость будет на всем уровне, в принципе, легкий уровень. Так, ракета. Угу. Окей, что дальше? Я же взял монетку. Ладно. Плохо попал. Так. Окей, я понял тебя. Уровень какой-то простой, на самом деле. Уже 50% с первой попытки. Ну ладно, зачем ты нажал прыжок там? 56%, офигеть. Так. О, теперь нормально прыгнул. Угу. Так. Ни хера не видно. Отлично. 69%. Блин, ни хера не видно было. Очень темно. Ладно. Я тебя понял. Пятая попытка. Блин, ничего сложного же нету, блин. Просто я не помню, что это вообще есть, там мне очень темно. Надо было на шаре вот так туда-сюда. Уровень такой темный. Как понимаю, кислота это потом внизу, вот эта жидкость. Угу. Вроде ничего сложного нету. Там пофиг найти монет, короче. Мы за монетами тут не ходим. Угу. Угу. Благо тут стрелки показывают, где надо сжимать. Только темно очень. Меня убил этот шестеренка. Все. Музыка интересная играет такая. Угу. Ну изи же, ну как можно было умереть тут? Скачанный бой 11 миллионов раз. Ну, уровень прикольный, на самом деле, 5 попытки прошел. И одну монетку какую-то забрал. Ну ладно, хоть одну забрал. 5 попыток. Быстро прошли, в принципе, уровень крутой. Однозначно лайк. Окей, следующий уровень у нас это Best Mode Full. Best Mode, так музыка называется. Ну, поехали. Угу. По музыке слышно, что что-то такое тут есть. Там. Ой-ой-ой, вот колбасит. Так, тут нажать. Так, прыг. Куда нажимать? Так, сюда. Окей. Все трясется и колбасит. Прыг. Неплохо. С первой попытки. 50% уже. Не, крутой уровень на самом деле, простой вроде. Так, паук, вижу стрелки. Корабль. Угу. Накаляется обстановка по звуку. Так. Ой-ой-ой, опасно как. Ух. С первой попытки. И монету забрал. Последнюю. Что-то уровни какие-то вообще простые, реально. Ну, реально простые. Окей. Следующий уровень. Ground Zero.
Посмотрим. Фух, ну чё, поехали. Байдоша. Так. Музыка уже неплохо играет, чуть не сдох. Там был этот колючий лёж, или типа этого. Так. Так, так, прыг, задержать. Так, ой-ой-ой, прыг. Всё. Ух. Чё-то накаляется всё, какая-то тревога вырубилась. И всё мерцает. Так, это пока всё просто. Так, прыг, 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 вижу. Прыг! Успел, вовремя. Так, прыг, куча раз прыжок. Окей. Ой-ой-ой-ой-ой, куда жать? Так, вижу. 50%! Окей, это уровень немного сложнее, чем предыдущий. Теперь попытка 50%, ну неплохо. Половину прошли. Та-та-та там! Там! Плохо зажал, опять там же сдох. Окей. Третья попытка. Да, блин, опять там же сдох. Почему? Чуть позже нажимать надо, значит, там. Собрались. Отлично. Ой-ой-ой-ой. Та-та-та-та-там-там. Монету забрал даже. Ой-ой-ой, как жестоко. Ой-ой-ой-ой. Колбасит как. Тупая монета, нахрен мне её брать. Отлично! Прошли. Фу. С пятой попытки тоже, как первый уровень. Окей. Еще два уровня, и мы пройдем этот ядовитый гаунтнет. Отравленный ядовитый. Так, теперь хардер уровень. Это было не хардер, разве? А теперь хардер это Сэши Римп. Музыка была тоже Man's Shrimp Showdown by Shheady. Кстати, я забыл оценить второй уровень. Лайк однозначно в третий. Естественно, лайк. Да, скажу. Тут вообще музыка вообще охеренно сам мне. Nice music. Ей. О, коммент оставили. И шримп. Давайте пробуем. Надо не забывать лайкать уровни. Ой-ой-ой. Накаляется обстановка немного уже в начале. Так. Прыг. Так, вижу, как нажимать. Так, вроде пока ничего сложного тут нету. Ракета. Порталы. Ой-ой-ой, опасно. Монета там какая-то. 30% первая попытка, неплохо. Окей. Так. Ой-ой-ой-ой. Скорость еще больше стала. Что делать? Прыг. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как все место изменяется, куча порталов. 54% вторая попытка, окей, отлично. Там вторая монета, кстати, была. Ладно, еще раз. Там-там-там-там-там. Тут нажал сюда. Окей. НЛО, ракета, ракета. Так. Шар. Как я сюда шел? Не помню, как я прошел. Что делать? Ча? Oh. 95%!
Я не помню, как я выжил там, блин, где-то на 60% и как-то выживал дальше. Вообще не понял, что там делать. Ладно, неплохо. Ну, не так много, ладно. Ты просто видишь, что ты прошел неплохо. Та-та-та. Прыжки, прыжки, куча прыжков. Отлично. Собрались. Так, ты вроде бы уже знаешь наизусть. Так, тут не надо ничего жать, нажать, не жать. Там, где-то я тут сдох. Ага. Я же сдох. Я улетел за карту, но выжил. Пятый попытки. Первый уровень с пятой попытки, третий с пятой, четвертый с пятой, только второй побыстрее был с первой попытки. Охереть. Лайк однозначно. Вообще охрененный уровень. Блин, куда я нажал? Куда-то вообще свернул все. Вот. Пятая попытка. Первая попытка. Пятая попытка. И опять пятая попытка. Это как возможно такое? Охренеть. Блин, нахрен мне оригинал. Я хочу коммент оставить. Again, пятый. Attempts. Вообще, блин. Окей. Generator Retro. Последний уровень тоже хардер. Ну, мне кажется, будет пятая попытка, это последний уровень, он самый сложный должен быть. Generation Retro. Музон. Ой-ой-ой. Так. Угу. Что-то, по-моему, по той игру какую-то неизвестную сделано. Блин, что делать? 13 попыток, первая попытка. Ну да, это уже сложнее намного. Попыток, я думаю, 50 уйдет точно на такой левел. Ты что сейчас сделал? Окей, там прыжок и там прыжок, мелкий. Прыжок, прыжок, прыжок. Сами что-то меняется, надо жать прыжок, короче, я понял. Прыг. Надо сильно прыжок был нажать. Окей, 20%. Лол. Очень смешно, блин, игра меня троллит. Хотя я сам поставил, чтобы такие надписи были. Угу, я понял. Волна. Там монетка это была вроде. Вирус. Вирус найден. Какой вирус? Вирус детектор, ты видел надпись. Ча. Что-то вообще не понял, что надо было делать после этой волны. Ладно. Этот мусор, мне кажется, как будто у меня телефон вибрирует. Вот это я, что ли, вирус? Я понял тебя. Это был обман. Это вот эта херня, по-моему, на чай, которая welcome говорит. Это он вирус, что ли? Так он меня убил сейчас. Замаскировавшись под зеленую эту штуку. Только зеленая меня не трогает. А вот этот красный, вот он. Я вот опять его увидел. Это он вирус, значит. Окей. Какой-то помощник Хей был. Эй, синий. Он мне помог немного продвинуться. Ты чё, дурак? Так, раз. Прыг. Потом сюда. Ага. Чё? Это вирусная херня меня атакует, что ли? Джа? You have, не будешь выиграть, ты умрешь. А, это типа босс местный. 57%. Ладно. Бэм. Я понял, на там, где стрелки, и попадать туда. Бэм. Забыл. Уже попыток 20, мне кажется, уже ушло. Нахрен я там прыгнул. Сбился. Ладно, держимся внизу пока. На.
беру, да, да, сейчас будет. Good, this is end for you. Level final. Это манная игра. Я тебя уничтожу. Блин. Забыл. Блин, забыл, надо было позже нажать. Блин, заговорился. Первая стадия босса и вторая стадия босса. На первой я все понял, как проходить, вторую пока нет. Вниз. Шипы там, блин, еще внизу, я их вообще не видел. Ладно, чуть подальше прошли. Думаю, сейчас пройдем. Ну или чуть подальше. Вниз. Чё теперь? Охрен, она еще так умеет делать. Ладно, все атаки вроде мы подучили. Там сколько осталось вообще? Осталось какие-то жалких 22%. Ладно. Я не думал, что я могу тут умереть. Ну ладно. Наверх. Вниз. Давай, помогай нам уничтожить эту херню. Окей, финальный уровень. Вверх. Вниз. Внизу держимся. Ой-ой-ой. Очень смешно, game over. Чё? Ты умрёшь. Чё? Ха-ха-ха. Game over. Это я что ли сказал? Ну. Прошли! Блин, там в конце было уже несложно. Там, короче, автоматический левел был. Наша рубка была уничтожила, блин. Но мы отметили, отомстили. 26 попыток потратили, 14 минут. Ну, отлично. Лайк однозначно. Найс. Идея. ГГ. Ей. О. Ну, все. Чем получим? Новый конку котика. 10-3. А давайте котика сразу примерим. Ха, вообще занятно. Ладно, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. С вами была Fluttershy13. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Подписываемся на мой канал. И ставьте лайки. И, конечно, пока. Ей.